Ребята, под видео часто спрашивали, что это за дверь и куда она ведет. Сейчас я вам покажу скелеты в своем шкафу. На самом деле это бутовка, и в нее сваливали буквально все. Сейчас там просто невозможно что-то найти, поэтому я даже большую часть вещей, которые там находятся, и не знаю, что это. Это там и фотографии, и книги, и какие-то личные вещи бабушки, дедушки, мамы, дяди. Конечно, и я туда добавила хлама. Этим летом я сломала дверь, потому что вообще куда дверь открывается, невозможно вообще что-то достать. И шкаф я хочу оттуда вытащить. Но он не проходит дверной проем, мне придется его ломать именно там. Но он прям советский, мощный, я даже не знаю, как мне это сделать, потому что он нереально огромный, тяжелый, просто очень тяжелый. Но буду стараться, надо сначала разгрузить по максимуму, и потом буду ломать дальше. Сейчас просто все вещи, все, что имеется в бутовке, вытащу в спальню, и буду там разбираться, что и что, и что можно выкинуть.